3.11, сектор 5 принял. Под облаками? Нижняя кромка, да. Идут на север, сектор 8. Так, ну под облаками Олег, наверное, да, летит? А, вон я их вижу, вон летят. Их двое. А ты за ними, да, Серега? Ну как далековато еще. О, у тебя 6. А нет, это они вместе, все, понял. А Серега. Будет гонец или сетка? Трое тут. Ой, а там, блядь, 8 контактов на. Там пиздец, я тебе говорю, там просто вообще. Какая берлога ебать. О, еще сверху что-то валится. Давайте, подходите. Ой, бля. Тут реально берлога, блядь. Тут берлога, вам бы шаг с кем-то крутится. Ой, там поливалово стрельба. Так, я сейчас пока похожу на скорости, блядь. Вон там якорь с мессером с каким-то в виражах стоит с краешку. Так, это кто сейчас поливает нахуй? Да, ты промазал что ли столько? Не, я попал. И попался на струсе еще. Да ёбперный, как так-то? Кто это был? Блять, ну как я промазал по этому ёбаному ишаку, а? Это пиздец нахуй. Вот как так-то, блядь? Это, да, конечно, блядь, сувалка, пиздец. И чё, короче, пиздец. Так, блядь, ишака сувалка пробил, ишак ушел вниз, нахуй. Да тут ишаков 3 штуки, блядь. Я хуй его знаю. Я одному ишаку наебенил тоже, блядь. А, он, сука, все равно летит, он за мессером, блядь. Хоть обосрись, блядь. Подвижка у него уже вылетела, блядь. Нихуя мне тормозит тут все, блядь. Ты посмотри, блядь, он все равно летит. Да ну нахуй, блядь, это что-то уже из разряда несерьезного, блядь. Так, сейчас я добью тут какого-то белого, нахуй. Так, мой шаг готов. Так, Мигаря, нахуй, загасил, нахуй. Так, блядь, у меня шестера, блядь. А ну давай. А да, ну, тут, блядь, лагает, пиздец, я смотрю, нахуй. Ты оно дал, нет? Дал. Меня двое, блядь, плюс и шаг так еще подошел. Я тебя вообще нихуя не вижу. Я вижу вот у нашего да, 6 он, тут нахуй. На поляне. На поляне, да, на поляне. Тебя двое ходят. Да. Он еще и шаг, блядь, ручку перетягивает, блядь. По-моему, ёбнулся и шаг. И шаг разъебался, блядь, якорь. Что, поможет кто-нибудь, нет? Трудно? Нет, не трудно. Или еще миг идет. Радает. Слева заход будет миг, слева от себя, ручку от себя. Вот миг ты бы перед тобой прошел. Все, у тебя чисто, черепаха. Блять, чисто, там может и чисто, блять. Да по елки твари, блять. Да что ты, сучка, бля. Хуй там не попал, блядь. Это где не чисто, якорь еще был. А вот где еще на севере? Да. Блять, пиздец. Надо нахуй ходить просто на скорости. Видишь, если бы оно с прохода сбивалось бы, блядь, было бы нормально. То, блядь, этому ишаку столько въебашил. Серега, вы здесь по нулям, да? Ила, ил по тобой, Олег, Олег. Нахуй закончилось. Я вот иду в вашу свалку, но. Тут кто-то еще ила херачит. Вот кто сейчас атакует, нормально у тебя чисто, на. Так вы тут все с илами, просто ил у вас, что ли, один? Да вот кто-то не может, блядь, сбить ила этого.
Блин. Ебать вас тут, но... Серега, это не я на макаке, это другая макака. Я понял. Северный красный, северный ил, или ишак красный, ил. Ил, курс на него, 35. Отходит. Пойду его убью, сука. Подними сера все равно. Пошли я с тобой. А, ты вот на того ила, я другого, Серега, я который на севере, вообще на севере. И этот вообще на севере один. А, это наш мессер, блядь, все понял. Этот ил на нашей наземке ходит. Все. Нет, нет, еще на севере, он вообще на севере. Пойдем его одинокого убьем, хули он скучает. Так, ну там все вроде, все остались наши, блядь. Серега, ты правильно идешь? А вот он вверх поднимается, да? Да, да. Да, 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 давай, я за тобой, я слева, далеко только, блядь. Так, а вы сейчас в каком квадрате? Так, мы где-то 02, 12, сектор 2, 1, 12, ой, 2, 3, где-то вот так вот. Я понял. Серега, тебе уже надо климбить до него, ну. Опа. Если у Емеля рожа, то тяжелая, блядь. Блять, тут она давно красные летают. Короче, так, 02, 12, сектор 5 на 1000 метров красные. Серега, я иду к тебе, ну. Они ушли к нашей наземке. Серега, у тебя чисто. Вверх лезет, сволочь, а. Ты на макаке, что ли? Он. Нет, ты на макаке. Да. Фридрихов поразбивали всех. Вот, у Дамилова хорошо, мечтай. И горка. Давай, давай, все чисто пока на. Но это может быть недолго. Опа. Опа, и шаг. Опа, P40. P40, Серега, идет нахуй. О, у них якоря заканчиваются, значит. Ха-ха-ха-ха. Он ко мне идет? Но он далеко, Серега, еще далеко. Далеко, и он, кажется, тебя нихуя не видит. Не достанет. Денис, ты где? Так. А я подхожу, вот я в 03.10 сейчас прохожу, сейчас 02.11 буду заходить. Шлюха, блядь. Пиздец контакта в небе, просто ты вау. Заходишь на него? Нет, 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 я за P40 иду. Я тебя не вижу. А кто-то... Кто ли его? Точно кто-то пиздит. Шмел. Ты ж был шмел. Ахэна ты шмел. Она душись ты шмел. Так, заебал мне этот лок. Шнапс на севере. На сервере. Апс на сервере. Да. Летает. Ясно. Ох, ебать, кто-то меня прохуячил. Под наземкой? И шаг, Серега, у тебя и шаг, блядь. Держи, держи, сиду. Держи, 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 сиду. Деус. Космос. Блять, их тут пиздец, нахуй, Серега. Не-не-не. Не удержался, блять. Бал нахуй. Об наземке то. Эх ты, ну да, ебаный в рот, как я так пролетел, а? Прямо над наземкой. А дымный кто, Серега, ты?
Я упал уже. А, блядь, тут какой-то ил наверху сидит, блядь, и дымный якорь рядом с ним летает. 6 у кого-то. 6-6, смотрите. Я же говорю, 6, блядь. Все прохуячили, готов. Ну вот так вот они и проебывают. Да это я, ебаный в рот, что ты гонишь, блядь. Так как ты-то? Я 6 снял у Мессерона. Нет, сейчас вот, блядь, Мессером Игарь какой-то проебашил с прохода, блядь. И он Мессер с черным дымом уже вниз идет, блядь. Кто за дымным тянет? 6. Так, сейчас. Да тут пиздец. 6 на 6. Так, бил идет на. Погоняется, блядь. Так, илу зашло хорошо, блядь. Пилот минус, нахуй. Ты на моего? Нет, целому. Уже там подбыл, блядь, на еле. Так. Там Династия, блядь, откинулся тоже. Так, я отхожу, короче, а то я тут, блядь... сейчас кого? Какая-то атака, атака. Да-да-да. А ты вижу. Атаковал или тебя? Нет, я сейчас сверху на Диме закажу. Ага, все, разобрался. Нет, не разобрался, якорь идет, блядь. А тебе, блядь. О, хорошо зашло. Так, кто пикирует курсом 240, тобой дымный як идет на. Там у меня 6 нету, блядь. Так, блядь, не пизди ты киллов-то, блядь, сразу же, блядь. Мался нахуй. Так, кто вверх пошел, кто атаковал на земку на 6 нахуй. Да, пушек у Эмильки-то вообще нихуя нету, да? 60. Это я, блядь, на 2 самолета только хватило. 60 на ствол, 120. 1000. 1000 на пулеметы. На каждый. Покисло. А, ну пулеметов дохуя, да? Получается. Конечно. Да будем с пулеметов ебсти. Термейстер, что-то всех разъебашили по ходу дела. Мессер, там наверху пешка или 110-ка, не пойму. 110. 110-ка. Тогда все, у них тут закончились. Ой, там что-то черное висит в воздухе. Что за пятно? Так, вы где? Короче, 0311, сектор 9. Подходите. Якорь под облаками идет. Я вот здесь практически. С востока якорь идет прямо под облаками. Да, я вот наверх выпрыгиваю. Вот он с востока идет. Принято, я вот за тобой. А, вверх выпрыгивает, он выше облаков хочет подняться. Курс на него 170. Мессер под тобой, да, я вижу его, вижу. Ты к нему тянешься. Да, наверное, да, Эмильки, да, я да. Не полезу наверх. Эмильку, блядь. Я там уже 20 будет. Нахуячил нахуй. Так, он пошел вниз на нашего, короче, пикирует, внимание. А давай. Будем, бля. Да, он на нашего идет. Напиши ему 6. А кто-то сверху еще падает резко. И я. Ага.
Блять, так, у меня патроны кончились, ёбаный в рот, на. Я как раз зашел. Ну, давай, давай, иди, я это, еще один выстрел сделаю по нему и все. Тут два миссера вообще вплотную идут. А, во, нормально, все, его берут, нахуй, все, я ухожу тогда. Да не стал, вы не столкнитесь, если это наши. Все, я ушел, патронов нет, на. Мигарек, блядь, все, он штопора не выйдет, нахуя. Шериф это был, оказывается. Рэш. Я, да, is good. Так, макарону вижу. Я ушел. Да, я вижу, что ты уходишь. А что это сзади? О, ишак сзади на меня заходит далеко, блядь, Рэш. Сектор. Сектор, да вот где сбили только что этого, блядь, якоря. Ты развернулся? Да, вот он, блядь, надо мной проходит. Вау, пролетел, блядь. Квадрат, о, на мессера пошел, на мессера пошел. На меня пошел. Квадрат. Блядь, квадрат 0211, второй где-то. Блядь, он тебя прохуящил, что ли? Ёбаная фига. Да я что-то думал, нормально будет. Ну я ему закоптил что-то, блядь. Нормально, добивай. Упадет? Нет. Это же и шаг, блядь. А я ему уже не дам подняться. Так. Да ну нахуй. Он по мне стреляет. А я ему уже, знаешь, сколько вбил, блядь, с пулемета. Все. Слушай, какой живучий Айшак. Вообще без, смотри, он еще и продолжает полет. Выкинулся тварь, блядь. Наверное, уже и быка-то, блядь, не остается. Смотри, как он быстро вышел. Окей, видал, ну, сколько я ему въебашил? Да. А-а-а. Это вообще трэш. Вот как такие самолеты делают, блядь? Из какой нахуй они их делают, так, материала, а блядь? Самара. Хорошо делают. Неплохо. Охуенно делают. Это Самара. Я пойду перезаряжусь. Да и я. У меня хуёвая цифра 13, блядь. Чёртова дюжин. А вот он 13, поэтому и не сбивался, тварина. Так, ну все, теперь их здесь не дождешься в ближайшем будущем. А у Эмильки пушки-то хорошие вот эти, блядь. Наши хорошие. Вот я по Елу-то ёбнул просто и нахуй, минус Егорик, блядь. Вообще нормально зашло. А пулемет у него винтовочный, да, скорее всего, стоит? Да. Понятно, блядь. Кто-то Ишак. Не точно такой бы шестого, блядь. Ишак сожрал, блядь, пуль нахуй килограмм 30, блядь. Так, еще час целый нахуй. Надо Гаге сказать, чтобы на Ишака тоже поставил пулеметы, блядь. Да, он, кстати, из пулеметов нихуево рубит. У него пушки тоже очень быстро кончаются. Слушай, а Эмиль-то рулится. Только вообще вряд нормально. Ли ребятам это понравится все. Скажут нахуй. Эмиль вообще рулится, зашибись, слушай. У него морда, походу, тяжелая, блядь. Какой крокодил, блин. Йо, я 7 самолетов ёбнул. Красава, да. Запись сделал.